Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня мы будем смотреть премьеру клипа Toxic совместно с Егором Кридом Save Date. Ну, я что-то не помню. А мы песенку, наверное, слушали, да? Вот Максим не помнит. Ну, мне кажется, нет. Я что-то не помню этого названия. А там фиг его знает. Ну, а может, он только что вышел, и поэтому мы тут все сразу. Ну, давайте. Тебя, малыш, это фиолетовая жидкость в моем капе, только ад. 808 берет за душу и пошла. И пусть мой броща меня задушит, если факт не так. Я не могу врать тебе, малышка, я тебя люблю. Если кто-то на тебя бычит, я его убью. Ты хочешь Алис, Баленси, Прада, я тебе куплю. Ты говоришь, что тебе мало внимания, сори, я туплю. Ведь ты не знаешь, что у меня на душе. Огонь внутри меня потух и не зажег. Слушайте, друзья, мы хочу остановиться на теме клипа. А почему он поет, что любит малышку? А почему их так много, этих малышек? Это или это одна и та же? Ну как-то не знаю. Как-то я сомневаюсь в правильности постановки клипа. Твои друзья всегда листали в отец. А я хочу просто с тобой быстрее лечь. Это всеобщая болезнь нашей молодежи. Лишь бы быстро. Познакомился и сразу лечь. Сохрани это для нас, а не для них. Это обман. Save that, girl. Сохрани это для нас, я забираю тебя через час. Нужна мне потом и нужна мне сейчас. Этот пульс не поедет, ему нужен газ. И я не могу сказать правду. Сука, дьявол, но не только правда. Я потерял голову от ее зад. Выстрел по сердцу прямо из автомата. Ту-ту-ту, на шее помада. И не нужны мои бабки и слава. Влюбилась в ублюдка, но ты ему рада. Детка забудет про Зару, теперь она рокает Balenciaga. Биг бэби мама почувствует лаг. Ведь знает, что Биг Дэдди третий горят. Save that. Сохрани это для нас, а не для них. Это обман. Сохрани это для нас и никому не доверяй. Ну, вот знаете, мне, допустим, вот вообще абсолютно скучный был клип, и вот абсолютно скучный клип. И песенка была, вот, я не знаю, мне показалось, что в этой, ну вот, настолько все однообразно, настолько вот неинтересно, вот казалось бы, там и у Егора своя какая-то, свой стиль, у Токсиса свой стиль. Ну да, они так вроде как бы более-менее подошли друг к другу. Но по сути, вот песенка никакая. Вот мне она вообще не понравилась. И клип, он по сути должен был чего-то там раскрыть. Но на деле вот, он не принес никакой ясности, а только запутал. Откуда там столько девочек? Зачем ты так сильно машешь своими деньгами? Чем ты хвастаешься? Ты говоришь там про любовь, тут же машешь деньгами, прячешь эти деньги. Говорит про любовь, и тут же этих девок там штуки три. Господи, ничего не поняла. Не знаю, может, я уже это сильно торможу и уже не такая, как раньше. Буквально 3 дня назад я была другой. Ну, не знаю. В общем, мне не зашло ничего.
Ну, я, как бы из положительного, что, в принципе, ну, песенка такая, ну, она была, скажем так, достаточно посредственная, вот, но у этой песенки все-таки был такой, ну, как бы, ничего плохого там не было, поэтому уж совсем плохо мы не будем ее оценивать. Как вы знаете, да, что у меня теперь другой разброс, мне тут наши подписчики сказали, что я очень часто делаю близко друг дружку оценку, поэтому теперь разброс оценок будет жесткий, вот. Теперь, ладно, что у нас по смыслу? Вот я про смысл я сказала, непонятно. Начал с одного, закончил другим. А вот, я не знаю еще, что такое safe dad. Максим, ты не знаешь? Ну, что? Без понятия. Вот. Поэтому за смысл я поставлю 7 баллов. Ну, как бы хуже нет, ну, вроде слова русские без мата, да? Вот, но до конца тема не была раскрыта. Так как название повторялось в песенке, ставлю еще 1 балл за то, что вроде как бы тема там была раскрыта. Теперь, по музыке. Вот никакого изюмчика, никакого. Я все смотрела, думаю, ну сейчас Егор войдет, может быть там что-то изменится. Но он как-то, вот мне как бы творчество Токсиса, вот не сильно я его люблю. Вот. А Егор Крид, вместо того, чтобы... Ну, то есть вот, когда два исполнителя абсолютно разных соединяются, то должна произойти, ну, магия, по-хорошему, да, и песенка должна быть лучше. А вот по моим ощущениям, что Токсис, вот, допустим, он где-то здесь, да, а Егор Крид для меня был где-то здесь. И в данный момент он просто взял и отпустился к Токсису. Ну, то есть не они стали там вместе лучше, а как-то он так и спустился. Вот, поэтому 7 баллов за музыку, потому что как бы она меня вообще не проняла. А потом клип был вообще тоже ни о чем. 7 баллов за клип. И атмосфера непонятности присутствовала. 7 баллов. Итого, 29. Мы делим на 4. И эта песенка получается 7,25. Ну, в принципе, после того, как иногда я очень жестко оцениваю наших исполнителей, это уже вроде и неплохо, этот балл. Всем пока. Творите, друзья мои, творите. Нравится, не нравится. Я не важно, что нравится мне. Главное, чтобы нравилось вам. Творите. Всем пока.